Re, viss ēters ir te! Дежурный по жизни. Здравствуйте. В наше время технологии идут в ногу со временем. Умные телефоны, дома и даже умные машины. В Латвии в последнее время спросом начали пользоваться электромобили. Но по наблюдениям многих автовладельцев, Латвия еще не совсем готова к такому ноу-хау. Антон спрашивает, когда Латвия достигнет европейского уровня поддержки электромобилей? На этот момент мы уже очень мощно развиваем сеть электрозарядки, мощной сети, которая быстро заряжает этих автомобилей. И у нас есть по сравнению с предыдущих лет уже прирост электроавтомобилей. Электрозарядные устройства быстрого действия будут уже размещены 70 станций, еще будет 80, они будут размещены на сети ТНТ дорог, это после каждых 30 километров, и на региональных дорог после каждых 50 километров. У вас есть вопросы? У нас ответы.